Химкинские депутаты взяли шефство над обманутыми дольщиками. На очередном заседании совета распределили между собой проблемные объекты, чтобы держать на контроле решение вопроса с недостроенными домами и оказывать помощь дольщикам. И мы, депутаты, между собой определили адреса и взяли кураторство над данными адресами для того, чтобы наши жители, попавшие в подобную нехорошую ситуацию, имели возможность получать вовремя информацию. Естественно, мы будем не просто кураторами, которые могут поддержать морально, но мы будем работать с юристами, с юридической точки зрения, будем информировать наших жителей, безусловно, защищать их права и восстановление их прав на собственность. На сегодняшний день в Химках 5 недостроев, большая часть которых перешли на баланс города после присоединения территории Солнечногорска.